людям с крепким характером удалось сохранить в России острова социализма. Такими были бы наши города и села, если бы страну не предали в 90-е. Так смогли обустроить свою жизнь труженики совхоза имени Ленина, поистине народного предприятия. Смогли, опираясь на советский и мировой опыт. Здесь норма жизни – беспроцентные ссуды на жилье. Бесплатно детский сад и школа для детей. Бесплатное медицинское обслуживание. Свое будущее они создали своими руками. Это наш пример того, какой может стать Россия. Я точно знаю, что большинство из нас недовольны существующим положением дел. Но, как известно, плохую власть избирают хорошие граждане, которые не приходят на выборы. Приходите! Павел Грудинин. Президент, которого ждет Россия.